Приветствую вас, дорогие зрители, у микрофона Григорий. Продолжаем играть в игру Seven Days to Die на сложности Insane и версии 14.6. Так, в прошлой серии мы оккупировали банк в городе и начали его обустраивать. Вот тут я немножко его сейчас обустроил. Скажем, такая хижина очередная. Наверху у нас появилось на крыше здание. У нас 18-й день. Все, в принципе, нормально. Так. Хочу сразу обезопасить свою конструкцию. Я придумал, как я сделаю углы. Так, вот это, конечно, не очень тут получается стоит. Ладно, мы это тогда уберем пока. Да, вот так. Молотком сейчас тут вот подправим. Да, я думаю, мне просто, знаете что, мне надо еще один слой сделать этого да, уж тут не сделаешь этот слой. Видите, чувствительность у них ненормальная совершенно. Так, вот так. А то я там не смогу поставить этот блок такой защитный. Дерева нет, друзья. Вот беда-то. А, тут чуть-чуть есть, но я, наверное, конечно, дерево не спасет. Она по 20 просит. Фу, ну хоть на это хватило. И то неплохо. Так, на это еще, по идее, бы всего-то два кубика влепить здесь вот. И больше-то пока и не надо. Так, раз. Есть. В общем, вот такое у нас тут получается объект архитектурный. Да, давайте-ка, наверное, все-таки это подсветим как-то, потому что, ну, это просто уже совсем чума. Сделаем мы с вами 7 свечей. Ну, больше у меня пока нету. Хотя, может, кстати, есть. Жир-то есть еще? Нет, жира нет. Так, вот это возьму. Еще, наверное, пороха сделаем. Пускай там создается все. Да, темень вообще, будь здоров. Еще надо 5-10. Ну, вообще, желательно, когда идешь на стройку, вот такую, строить что-нибудь, 5-10 тысяч надо всякого этого дерева запасаться. Да, мрачненько, ребят, у нас сейчас здесь стало. Вообще, вот так вот должно быть в городе. А здесь у нас, мы же знаем, что иногда какие-то фонари светят. Откуда ток? Откуда ток, действительно? Я тоже не совсем понимаю.
Ага. Сразу так вот обозначу здесь края. Ага, и у меня не хватило для внутренности. Ай. Ну, как всегда, какие-то лишения. Нормально. Да. Вот это вот ненормально. Вроде все здесь. Все. О, тут-то нету. Здесь вроде должно хватить. Да, хватило вполне. Так, только нету. Только нету у нас здесь особенно света. Так, что у нас с едой, друзья? С едой плохо все. Что мы будем делать? Делать мы будем следующее. Мы скинем. Так, возьмем еду. Так, для начала мы сделаем campfire. Так, возьмем уголь. Где мы расположим? А у меня. Да, у меня нету тут, по-моему, ничего в этом инвентаре. Да, я не взял никаких осветителей, кроме этих свечей. Ладно, давайте хоть пару свечей. Ну, тут, ладно, не... Берем вот эту. Поставим ее вот сюда, потому что, ну, совсем. Во. Так-то лучше. Давайте здесь установим костер. Сюда положим гриль. Cooking pot. Так, и мне надо сделать яичницу, а это очень непросто, потому что сейчас меня, скорее всего, спалит. Да, так и есть. Буду на угле готовить. Знаете, ну, на угле даже и неплохо получается. Сделаю там побольше, 10 минут. Мне этого хватит вполне. Так, яйцо убираем. В принципе, я могу, конечно, вареное яйцо сделать. Вот так, boiled egg. Ну, это как-то... Там мало дает, особенно еды. Так, 89. Тут нормально. Попьем теперь сейчас. Нормально уж напьемся. Да. Но надо что сказать. Мы здесь с вами поработали на славу, конечно. Но проблема в том, что нам делать тут нечего сейчас. Хотя. Хотя. А вот так сделаем. Возьмем свечку в руку. Пойдем посмотрим, что у нас тут есть наверху. Ага, ну здесь кондиционер как минимум есть.
Так, что еще? Еще. Не сильно свечка, конечно, освещает нам путь впереди, но я знаю точно, что здесь есть вот этот дружок, который нам патроночков даст. И еще здесь есть рюкзак, который нам тоже кое-чего даст. Так. Не надо. Вот это возьму на металлом. Наверное, и магнум это возьму. Вот так вот. Так, есть еще один. Вот и этот дружок здесь. Опять медали очков. Здорово. Кстати, смотрите, вот тут стоит столб. Мне интересно, что будет, если я его немножко разбиваю. Этот я достать не могу никаким образом почему-то. Ух ты, вот это физика. Это мне понравилось. Что-то температурка-то у нас падает. У меня что там? Слушайте, я, наверное, снял этот. Нет, одежда у меня есть. Почему температура падает? Вот это загадочно. Ну, понятно, что она падает. Потому что холодно, это очевидно. Вот, но мне интересно, почему она так низко падает. Вроде как бы у меня там и тулуп хороший. Да, со свечкой по ночам бродить. Я бы не сказал, что уж прям особо здорово. Так, 23.57. Так, сделаю. Так, сейчас. А, у нас еще есть, кстати, эти. Наши фреймы. Так, посмотрим, что еще у нас есть. О, у нас есть забор. Забор нам надо тоже, кстати, выставить в одном месте еще. И это место у нас вот тут. Поставим свечку пока. Вот так вот. Забор установим таким образом. Это сюда. Это сюда. Это сюда. Во. Теперь здесь у нас тоже защищенная такая площадка, то есть мы не должны особо навернуться с нее. Ну, можем теперь свечку поставить где-нибудь внутри помещения. О, повеселее стало. Но сама куча таких темных мрачных углов. Так, 37 падает температура-то у нас. 37. Смотрите, я внутрь зашел. Не, все равно, ну да, так немного опускается. А почему, интересно? Ведь у нас есть вот этот вот плюс 30. Или он работает на плюс 30, когда полный? Плюс 2. Смотрите, если я его сниму.
еще сильнее падает. Так, бандан у нас минус 5. Ну давайте ее снимем пока. Он сразу пошел расти. Так, очки у нас минус 5. Ну, ну че? Ну и очки минус 5 вообще. Издеваетесь, что ли? Они только от солнца защищают, не минус 5 никакой. Эх. Так. Что бы еще бы нам сделать? Ну, в общем-то, у нас здесь все не так уж и плохо. Древесин у нас нет. Прибора ночного видения или света какого-то у нас нет. Делать тут нечего сейчас. Поэтому, наверное, нужно нам... Так, это тоже я в лом отправляю. Вообще, то есть сделали все, что уже только могли. Ну, можем, конечно, чайку сварить. От нечего делать-то. Почему бы и нет? Давайте с чаю сварим. Одно согреемся. Я бы мог теоретически спуститься вниз, там что-нибудь пошариться, пока как раз есть время для того, чтобы шариться. Но что я там буду делать без света? Вот. Соответственно, придется здесь ждать. И у меня... Хотя бы я мог бы там что-нибудь изготавливать из дерева, но опять же, деревьев у меня тут нет. Ну что, я пойду в темноте там рыскать по окраинам, там на кладбище, что ли? Или вот туда пойду? Нет. Это равносильно самоубийству. Поэтому вот приходится торчать тут. Поэтому чем заниматься. А я хотел еще крышу сделать. Такую. Скатную. Сделаешь тут. Кстати, там рамп корнер. А, вот это нам на full corner. То я даже не могу сделать. Так, рампа у нас сколько тоже 5. Все по 5. Woodframe wedge. Wood railing. А, кстати, вот интересно, что заборчик. Этот перила, в общем, рейлинг. Перила. Рефрижератор, видите, там кабель нужен вообще. Примитивный прессой plate mine made of scrap iron gunpowder. Нажимная как бы это площадка. Для чего она нужна-то? Прежде plate mine. Ну, понятно, это мина. Нажимная как бы площадка с миной. А вот зачем? Ну, просто нажимная площадка. Я вот понять не могу. Что если мы ее сделаем? Ну, давайте одну сделаем, посмотрим, что это такое. Так, как она ставится? То есть я ее могу здесь поставить, по идее. Я понимаю, да? Ну, допустим, я решил поставить ее в двери. Ловушка. Понятно, что он дает вообще. 1000, что ли, тут крошить ее надо. Так, возьмем топорик-то и сделаем.
нормальный. Ну, мина-то ясно, мина это все понятно, а вот это... Подождите-ка, это я освоил 3, я уже 2 собрал, 3 собрал. Чё, этот дюб, что ли? Металла? Если мне дадут еще, о, 4. Смотрите, можно металл генерировать из этой ерунды. То есть еще один металл. То есть я создавал больше металла, чем это. Я потратил на нее. Еще дерево дадут. Нет, еще металл дали. Еще дерево кучу дали. Ну вообще здорово. Вот она. Дюполка-то. Видите, 20 у меня. Ну откуда у меня не было дерева? То есть понимаете, да, такую вот тут... собрал весь пол из нее сделал, я бы тут сейчас бы мог уже нагенерить дерево, кстати, 20, а мне хватит на угловой этот corner, full corner, 4 штуки, да, представляете. Ну, я не буду этим злоупотреблять, поэтому считайте, что я ничего не дюпил. Так, а и толку-то от этого я не могу ничего не сделать. Потому что надо рампу ставить. А рампа у меня сейчас нет. Ай, как же хочется сходить туда, что-нибудь притащить, но, понимаете, я не пойду. Если я захочу туда пойти, у меня тут сразу остановить, потому что погибну моментально. Просто когда у меня был прибор ночного видения в другом банке, это не было проблемой. Естественно, я мог там спокойно ходить по банку, там что-то делать по ночам. А здесь уже, да... Главное, из инвентаря-то нечем заняться. Ладно, сейчас посмотрим. Интересно, если фреймы заскрепить можно? Нет, их только заэквипить можно. Даже медленно время идет. 2 часа. Можно, кстати, на свечку смотреть. На пламя-то можно бесконечно смотреть. Эх. Попал я, ребята. Сижу здесь. Умираю даже от скуки. Этих долдонов даже нет, куда-то все попрятались. Они там внизу, наверное. Под стеклом. А! Кстати, вот что можем поделать пока. Пособирать металл. Видите, как сразу активизировались. Я там начал громыхать вентиляционными конструкциями. Так сразу же все там побежали. Они там меня не видят, они только слышат меня.
Кстати, эти мины, я понимаю, толку от них особого нет против зомби. Надо там тысячи, наверное, ставить этих мин. Потому что, когда я бросал эти бомбы, всякие пайпы, зомби в одной из версий, ну это было еще, по-моему, то ли, наверное, в 15-й. Ой, в 15-й. 13 с копейками. Забрасывал пайпами. Там землю я разрушал, а вот зомби-то особо не страдали от этого. Где этот трупешник-то? На. Смотрите, от него плоть не досталась и кости. Так, из этого я сделаю такую заточечку и выкину ее. Так, немножко добыли металла. В общем, друзья, это реально скучная серия. Я сам вообще очень скучаю. Поговорить не о чем. Чего в голову не приходит. Делать нечего. Вы, короче, до конца. Советую, наверное, не смотреть, потому что вряд ли что-то будет. Вот. И спокойно можете перематывать на следующую серию. Я здесь уже как-нибудь домучаюсь сейчас 3 минуты. Вот. Хотя тут я вот. Я тут вспомнил, что ведь можно сделать. Древесины нет. Так. Нет древесины, а мы сейчас добудем древесины. Кстати, да, видите, я оживился сразу. Берем, делаем такую штуку. Смотрите, ставим фрейм. Ага. Ставим фрейм, ставим фрейм, фрейм, фрейм. Все, хватит. Мне древесины для факелов. Во. Смотрите-ка, можно несколько факелов сделать. Я уже 12. Так, ну 12 не надо, давайте 6. Отлично, 6 факелов. Ярко-то как сразу стало. Так, свечки тогда убираем. А, не, это же потому, что я только этот в руке его держу. Это факел сюда. Еще один поставим. Вот так. Нормально, да, вроде нормально. Освещено. Этого достаточно. Так, с этой стороны тоже, наверное, один поставлю. Так, неплохо. Давайте теперь. Смотрите, сразу жизнь появилась. Здесь у нас тоже, скажем так, освещаем. Так, тут вход надо подсветить. Чем тут набегает уже? Интересно, о, концепция. Так. Я вот думаю поставить факел еще вот там, что ли, около лестницы.
Погодите, я... Совсем осмелел. О. Фу, слез и обратно залез. А стрёмно. Ещё металла соберем тогда. Так. Друзья, я заканчиваю серию. Я в следующей серии дождусь, наверное, утра уже, потому что делать тут нечего. Начну уже с утра. Поэтому спасибо вам, что были со мной, если дотерпели. С вами был Григорий. До новых встреч. Пока.